чай с малышом из булочной, расскажите ему, а как хлеб попал в магазин? Что ли он растет на дереве? Нет. Может, он растет на грядке? Нет. Оказывается, рождение хлеба начинается с вот такого маленького зернышка. Зернышко попадает в землю и превращается в красивый колосок, на макушке которого множество-множество таких же зерен. Эти зернышки собирают и, получая, перетирая, превращают в муку. Но с такого колосочка даже чайной ложечки не наберешь. А вот целое поле таких колосьев – это и есть наше главное богатство. Сколько здесь хлеба, батонов, плюшек, ватрушек, тортов. Если зернышко было пшеничное, то хлебушек у нас будет пшеничный. А если зернышко было у нас ржаное, то хлебушек будет ржаной. Сколько труда и сил нужно затратить, чтобы собрать весь богатый урожай, намолоть муки и испечь хлеба. А ведь хлеб самый главный продукт у нас. Не зря говорят, хлеб всему голова. Поэтому к хлебу надо относиться очень бережно. Это наше главное богатство.